заботятся об охлажденном храме, чтобы ничего не повредилось. Наша израильская фирма Бархерц делает такие экстракты, чтобы минимально повредить все вещества, которые содержатся в растениях. То есть вы потребляете мало того, что максимально целые эти вещества, так еще сразу в кровь, минуя печень. И то, что у нас есть сахар, это как раз-таки говорит о том, что у нас клеточное питание. Потому что все примерно представляют, да, что вот клеточка, она все равно такая крепенькая у нее структура, и поры очень маленькие. И чтобы крупные молекулы, такие как биофлавоноиды, проникли в клетку, что нужно? Ну, знаю, не говорит. Только мной тренингом. То есть невозможно эти флавоноиды никаким образом просунуть в нашу клетку, никак. И для того, чтобы как раз-таки вот этот транспорт осуществился, нужна как раз-таки глюкоза. Вот, а паток у нас, да, сахароза, ну там и все остальные, как раз-таки вот эти компоненты, то есть сахароза, она состоит из двух остатков глюкозы. И именно поэтому наши леденцы – это клеточное питание, потому что они не в межклеточном пространстве плавают, не где-то там еще, а именно сахар транспортирует наши вещества именно внутрь клетки.